Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня поговорим об электробритве с довольно высокой ценой. Это модель Браун 7842S. Какие у нее особенности, узнаем далее. А сейчас подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Лучшие цены и актуальное наличие вы узнаете из подборки ссылок. Ее оставлю в описании. Буду рад вашим комментариям и лайкам. А теперь приступим. Браун Series 7 – умная бритва, которая считывает ваше лицо и адаптирует свою мощность к густоте щетины. Умная технология бритья обеспечивает вам индивидуальное и эффективное бритье. Вам не нужно проходить один и тот же участок дважды, что значительно снижает риск появления раздражения на коже. 10 тысяч микровибраций помогают захватывать больше волосков одним движением. 4 специальных элемента бритвенной системы с технологией Sonic позволяют бритве оценить вашу щетину и адаптироваться к ней, проверяя ее плотность 160 раз в минуту и обеспечивая дополнительную мощность на густых участках. Бреющая система 8D Flexible. Головка бритвы вращается в 8 направлениях и справляется с самыми проблемными изгибами. Независимые плавающие сетки и триммер на вращающейся головке в сочетании с технологиями MicroMotion и MacroMotion позволяют срезать волосы с точностью до 0,05 мм. MacroMotion – головка бритвы поворачивается на 40 градусов и свободно обрабатывает крупные изгибы лица, обеспечивая наилучший контакт с кожей. MicroMotion – независимая подвеска всех режущих элементов, отзывается даже на мельчайшие изменения контуров. Технология Precision Headlock позволяет блокировать головку бритвы для максимального контроля во время бритья сложных зон, под носом или подбородок. Придайте совершенную форму щетине с помощью триммера. Бережный к коже триммер выдвигается с задней стороны бритвы для аккуратного подравнивания бакенбард. Электробритву можно погружать в воду на глубину до 5 метров, это означает, что она полностью моющаяся и ее удобно промывать под проточной водой для простой очистки. Любую модель Series 7 можно использовать с водой, пеной, гелем или даже в душе. Это позволяет сделать ваше бритье освежающим и увлажняющим, что не сказывается на качестве бритья. Расширенный дисплей, очень точная передача уровня зарядки, состояние аккумулятора, подробных сведений об очистке и состоянии сетки. Все бритвы серии 7 можно перезаряжать, они работают от сети и от аккумулятора. Бритвы питаются от 3,6-вольтового литий-ионного аккумулятора без эффекта памяти. 1 час зарядки обеспечивает вам до 50 минут беспроводного бритья. Быстрые 5-минутные зарядки достаточно для одного сеанса беспроводного бритья. Прибор автоматически адаптируется к любому напряжению, от 100 до 240 вольт, работает практически в любой точке планеты. Из отзывов я постараюсь выделить основные особенности этой модели, далее расскажу о них, сначала отрицательные. Боится длительного погружения в воду, вышла из строя без возможности восстановления. Нет станции для очистки. Шею, там где волосы растут в разные стороны, надо брить особенно тщательно. Не понравился триммер. Шумновата она из-за высокой скорости движения лезвий. Мягкие волосы берет далеко не с первого раза. Чистить затруднительно. Теперь перейдем к положительным. Зарядки хватает почти на месяц, бреюсь по 4-5 минут каждый день. Лучшая бритва за свои деньги. Бритва классная, бреет чисто. Удобно сидит в руке. Бреет просто идеально на 5 с плюсом. Можно мыть под водой и соответственно пользоваться во влажной среде с гелями для бритья. Быстрая зарядка. Вид у бритвы суперский, можно сказать даже футуристичный. Ссылки на магазины с лучшими ценами и актуальным наличием оставлю в описании. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы оставаться на связи. Не забудьте про лайки и комментарии. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».